самое добрящее утро. Сегодня у нас 30 или 31, не знаю, марта 2014 год. Я нахожусь в Fashion Square. Мне говорят, не вертите камеры. Ну как не вертеть, когда столько хочется красоты показать? Я зашла в Barnes & Noble. Просто Barnes. Я прошу прощения, Express. Я путаю всегда. Barnes & Noble — это книжный магазин. И взяла себе чашечку эспрессо. Я беру двойной. Называется Doppio Espresso. И вот когда дают такую маленькую чашу, есть. И сейчас буду смаковать свой кофеечек. Ой, как, боже, запах вообще потрясающий. Итак, сегодня я зашла, сейчас я покажу. Зашла в магазин, поменяла свою маечку. Купила себе когда-то красивую майку перед поездкой в турне. В круиз. Одно дурне, поехала в турне. Приехала с турне, все одно дурне. Это просто к слову пришлось. Купила я кольцо себе за $5 с бриллиантом. Много-много бриллиантов на кольце. В одном из этих магазинов. И один раз надела, и у меня один из бриллиантиков выпал. Я сейчас пришла, говорю, можно поменять? Мне говорят, конечно. Я взяла новенькое колечко. Показать, не показать? Да, собственно, там показывать нечего. Оно, главное, что оно блестящее. Сейчас я покажу. Магазин называется Charlotte Rose. Вот. Сплошные бриллианты, просто усыпано бриллиантами. Ну, золотистенький фон, потому что у меня есть шлепки с золотом. Мне нужно под шлепки с золотом теперь золотое все покупать. И я вчера купила себе еще одни шлепанцы, такие замечательные, на черном фоне. И сверху золотые полоски. Красотень, просто красотища, красотища. И вот сколько бриллиантов, всего лишь за $6. Ну, 6 не 6, плюс налоги. Итого 6.00. Ну, в общем, 6.00. 6,5%. $6. Короче говоря, $6. Вот так, пожалуйста. И смысл покупать это такое дорогущее. Пошла сдать, пошла по кофейку. Сейчас пойду еще посмотрю один любимый магазинчик. И вот этот Бея, вот этот магазин тоже. Ну, тут такое все дешевенькое. Но так часто меняется ассортимент. Вот что мне нравится, что меняется ассортимент здесь постоянно. И тут я покупаю свои любимые очки. И красные, и желтые, всякие разные. Пойду смотреть, сейчас допью кофе.